Это было круто! Я стояла рядом с мэром, Соревнования, так дождь. Дождь? Какой настрой? Какой? Из-за дождя настроение не очень, а так настрой нормальный. Ну еще рано утром просто. Мы сейчас проснемся и всех порвем. Да? И всех порвем! Давай четче, резче давай. Нормально? Будешь побеждать? Давай, возьми. Есть. В камеру 5 дай. Не забьешь. Давай, одеться. Я вас поздравляю, родители. Вас здесь видеть, потому что задача города развиваться. Задача городского головы для того, чтобы это развитие было направлено в первую очередь на вас, на детей, потому что вы будущее нашего города. Очень важно, что вы занимаетесь спортом. Сегодня у кого-то появилась удача, у кого-то появился опыт. В этой жизни главное понимать, что в вашей жизни нет неудач. Есть опыт. Вы сегодня получили опыт, и в следующий раз обязательно будет удача. Отдал в барбершоп фризер, футболочки Николаевского клуба бородачей. И теперь, если вы живете в Николаеве, вы можете спокойно заехать во фризер на Садовую 4 и купить там себе футболку. Ко мне в гости сегодня пришел подписчик и хочет вам что-то сказать. Здорово. Ты куда собралась? В Актово. Что там будем делать? Отдыхать. Отбор.
что, он уже не бегает. Бык сорвался. Во, бычара. Опа! Вот так. Вот ты даешь. Вот позирует тебе, что ты вообще. Ох ты ж как умеет. Вот нифига себе. Давай еще. Едем из Крыма от Вактова по брусчатке 19 века. Асфальт еще не дошел до этих мест. Подъезжаем к Актовскому каньону, к поселку Актово, и затем к Актовскому каньону. Попробуем показать вам по максимуму, там как быть. Есть у нас на машине такие вот флажки. Это логотип Джонни Зигер, нашего инстаграма по путешествиям. Ссылочку на инстаграм дам в комментариях к этому ролику в описании. Вот. А второй флажок, мой брендовый флажок Любомир. Такой вот. Сейчас приехали, так сказать, ко входу в поселок Актово. Вот. И здесь есть такое знаковое местечко на возвышении. Стоит флагшток с флагом Украины. Поставлен этот флаг буквально пару лет назад людьми из Центра розыска Миколаевщины, туристическим агентством «Лидер Тур». Вот. Сейчас поднимусь, покажу. Женька нашла цветочки интересные. Что за цветочки? Я не знаю, походу из какой-то красной книги. Из красной книги? Ну да. Ничего себе, какие прикольные, красивые. Офигеть. Так, ух ты, какие классные. Вот те. Идут. Вот что значит дикая природа. Дедушка учил. Да. Отлично. Ну, он на ветру же постоянно, поэтому... Поэтому, видишь, он... Надо обновлять. Женя. Ловится. Единственный в Европе каньон, который, подобно североамериканским каньонам, имеет такие же геолого-ландшафтные характеристики. То есть можно сказать, что мы сейчас находимся в Северной Америке. Такого больше нигде в Европе вы не увидите. Смотри, какие чистые. Тут очень красиво. Шумит и слышим, а река Мертвовод. По легенде, по реке Мертвовод древние скифы отправляли в последний путь своих правителей.
находимся на месте, которое специально сделано, как сказать, обустроено для туристов, для тех, кто приезжает посмотреть Актовский каньон, для тех, кто, ну, особо, наверное, не остается здесь там на ночлег, поэтому здесь сделан такой вот столик с лавочками, есть место для костра, вот, и местные люди, которые живут в поселке Актово, они смотрят за порядком, чтобы здесь не рубили деревья, которых тут и так мало, чтобы не мусорили, но мусор все равно попадается, вот, люди у нас не все порядочные, вот, а так, тут удобное место, чтобы покушать, провести отдых, в Мертвоводье даже можно купаться, вот, там чуть подальше, с той стороны, есть срубленный туалет, даже специально, чтобы люди не гадили, где попало, вот, ну, а другие места в Актовском каньоне уже более дикие, вот, и предназначены уже не для туристов, которые заезжают сюда на автобусе пофотографировать и покушать сосиски, а уже там можно останавливаться на ночлег, разбивать какие-то палатки. Вот. Место, как говорят, еще не особо такое облюбованное, наверное, вот, туристами. Вот, если почитать про Актовский каньон где-то на просторах интернета, то чаще всего пишут о том, что сюда ступает нога только каких-нибудь экотуристов и фотографов. Но в последнее время, мы вот уже в прошлом году заезжали, уже очень много народу сюда приезжает, уже включают дискотеку в своих машинах, бухают. Вот. И, собственно, такое уже Актово начинают любить любители ада и угара, что не очень радует. Мне кажется, что здесь даже комментарии излишни. Тут надо просто показывать и ничего не говорить. Просто невероятное впечатление. Просто настолько круто тут. Друзья, если вам нравится мой канал, ставьте, пожалуйста, лайки. Кому не нравится, ставьте дизлайки. Обязательно комментируйте. Это очень сильно меня мотивирует для того, чтобы снимать дальше и показывать вам всякое интересное. Передаю всем привет. И, кстати, друзья, природа Актовского каньона входит в список 7 природных чудес Украины и является одним из самых старых, самых древних европейских участков суши. Передай привет подписчикам. А там папа термос спал. Держи. Голодный, блин. Ты прожуй хоть. Бедный. Мы у меня здесь кабуны на хлеб. Забыли в Николаеве хлеб. Купили по дороге. В каком-то гастрономе по пути. Вот, хлеб называется
Ковунивский из деревни Ковуны. Хлеб, не знаю, я такого в Николаеве не ел. Просто реально офигенный, вкусный, мягкий, душистый хлеб. Вот честное слово. Так что если будете в деревне Ковуны, обязательно покупайте хлеб. Ну, либо здесь в местных районах Актово, Вознесенск, возможно. А сейчас мы находимся рядом с деревней Петропавловка. И передо мной Петропавловский каньон. Ни разу не был на Петропавловском каньоне. Приехали в первый раз именно на него. Сейчас хотим посмотреть эти маленькие штуки. Да. Классно. Ты потрогай как шишечки. Ага. И медвежьи уши. Можно тоже потрогать. В прошлый раз, кстати, мы взяли каменную розу, да, называется? Да. Цветок. Он и растет в офисе уже, получается, ну, месяцев 8, наверное. И живет. В этот раз возьмем что-нибудь еще на рассаду. Вот это мох. Сейчас покажу. Офигеть, такой красивый. Смотри, какой он. Можно трогать. Он прям дышит. Дышит. Пробуй. Классно. Да, смотри, какой сочный. Прикольно то, что тут живут ядовитые пауки. Тебя везде живут. Не все, не везде. Мы же, Жень, ночевали в Актово, никакие ядовитые пауки нас не покусали, так что все нормально. Ну, а тут они есть. Это рядом, Жень. Класс. Согласитесь, то что... Вот это да. Крутота. Видите, как офигенно здесь. Просто, блин, бомба. Класс. Воздух такой прям отличный. Слышно только вот, как журчит река, как поют птички. И вот уже шмели попросыпались, жужжат. Ну, возможно, мухи какие-то, птички летают. Вот, и такое, вот такое ощущение, что попадаешь... Попал куда-то в древние времена, вот, в старые. Сколько лет вот этим вот, да, камням? Это вам не... Ого-го. Птичка прилетела, поет красивые песенки. Очень круто после городской суеты, вот этих вот всяких машин, маршруток, людей, злых, мрачных, попадать в такие места, бывать наедине с природой, со своим сердцем, с душой, дышать чистым воздухом, наслаждаться солнышком, уже расцветающей природой, зеленая трава, речь. Без страховки валить. Это было самое удовольствие, когда мурашки по спине. Со страховкой это работа, а без страховки это уже адреналинчик. Ага! Подписывайтесь на канал! А! А! Ставьте лайки! Ага! О-о-о-о! Хочу спуститься к реке. Мертвовод. Осторожно. Любомир Борода. Опа. Вот он и мертвовод. Поедем домой.
вечером сегодня надо еще сходить на концерт Ляпис 98. Вот, но по пути мы хотим заехать в Вознесенске на могилу Мишки Япончика, вора в законе, которого расстреляли коммунисты. Вот, это вор, он был основоположником организованного рэкета. То есть в то время, когда разные воры-карманники были сами за себя, что-то воровали по мелочи, то Мишка был первым, кто обложил налогом богатых, то есть тем самым создав рэкет, всяких барыг, торговцев, и стал собирать воровской общак. Очень интересный был человек. Вот, и хочу показать вам его могилу. Еще раз, пользуясь случаем, хочу рассказать вам о нашем стане инстаграм-аккаунте, который называется Джонни Зигер. Ссылку я даю в описании к ролику. Это инстаграм о наших поездках, путешествиях. Если мы никуда не ездим, то в этом инстаграме очень красивые фотографии из Николаева и ближайших городов. Невозможно не стать юным натуралистом. Вот, смотрите, вот это вот маленький цветочек, какой-то дикий тюльпан. И вроде как, говорят, тоже занесен в Красную книгу. Чтобы вы поняли, насколько он маленький, вот мой палец. Мы никак не можем насладиться, и сейчас хотим переехать еще вот туда, где люди. Наверное, из-за солнца особо видно. Но посмотреть еще один поворот Петропавловского каньона, а потом уже поедем в сторону дома. Круто. Жарко уже. Да, есть место, конечно. Жарко. Ух, и пить, да, хочется сразу. Туда машину вниз загнать, было бы классно. А потом как ее поднять? Ты даже не заедешь туда. Она, значит, она стрёмная тут. Да нет, здесь не так много народу. Приехали к Мишане, Миша Япончик, ауе. Мишки тут приносят деньжат, походу дань. Смотрите, сколько монет тут. Сейчас я вам покажу табличку. На этом месте 29 июля 2019 года был застрелен и похоронен Мойша Яков Вольфович Винницкий, Мишка Япончик. Он был королем одесских бендюжников, но вошел в историю как Мишка Япончик. А теперь можно и домой. На Ляписы. На Ляписы. Шикарный вид.
Посейдон коралловым трезубцем раскалывает айсберги, как рафинад. Многие считают меня безумцем. Шухер, граждане, на сцене психопат. Да, я чокнутый ковбой с Парнаса. Сэмпер Уильямс, диагноз мой. Я заарканил гордого Пегаса. И мы несемся над огненной землей. В Минском привокзальном ресторане «Радуга» под выпущенный конферанс объявлял примерно так. Для пацанов и их девчат в программе «Яблони звучат». Футболка, ребята, поэтому будьте мимо проходить, даже если вы там стричься, вам нечего стричь, все равно надо зайти и футболочку себе одну приобрести. Вот, уважить Любомира и стать частью клана, банды черных бородачей. Да, Николаевский. Да. Что? Здесь есть все. Тепло, доброта, ласка, забота, любовь, нежность, страсть. И самое... Вкусно, вкусно. А еще, здесь, я думаю, специфика, во-первых, самого зала специфика, он круглый. Тогда это...